Всем привет! Вы снова на YouTube-канале Мусорщик, с вами Витёк на связи. Сегодня необычный видеоролик, такого на YouTube вообще никогда не было. Обязательно смотрим до конца, обязательно ставим лайки и колокольчики, чтобы не пропустить новые видеоролики. А почему этого не было на YouTube? Сегодня мы будем зарабатывать деньги на мусоре такой квартиры. Такого контента я никогда в жизни не снимал, не видел. И вообще, это просто нереально, необычно. Я знаю, что я обещал вам ролик про Лену, но я решил показать первым это видео, а уже в следующий раз обязательно будет видео про Лену. Вот, видео про Лену было готово у меня аж два. Одно только до середины, закончилась память на телефоне, а я продолжал снимать. И это стало последней каплей моей перед покупкой GoPro 12. Это первое. Второе, я потом на свалке тоже были шикарные находки, обалденная посуда, чешские вазы. У меня, оказывается, закончилась память на телефоне, и я якобы снимал, на самом деле ничего не снимал. Но обзор находок тоже сниму. Короче, мы сегодня отправляемся на хату вывозить мусор. О боже мой, я такого себе даже представить не мог. Пожалуйста, смотрите видео до конца. Все свои мысли в комментарии. Обязательно на все буду отвечать, писать. Очень жду. Поехали. Давай, я не буду грузить историями, что, зачем, почему, откуда квартира, куда идет. Наша задача оставить голые стены. И такого YouTube еще не видел. Это свет есть? Ё-моё, куда ты полез? Да здравствуй, счастливая жизнь. Да ну нафиг, ребята. Да ну нафиг. Да ну, мы просто перелезли порог. И все, смотрите. Ну, я тут не буду делать полноценный обзор. Я просто поснимаю сверху, а потом уже дома, ну, что заберу, то поснимаю. Потому что мы тут за день не снимем, правда? Ты за два не снимешь. Так и тут невозможно даже будет изобрать. Ты что? Это я просто, я в пороге стою. Я такого никогда в жизни не видел. Я тебе отвечаю, это контентище. Я такого никогда в жизни не видел. Я с порога просто. Наша задача, напоминаю, ставить здесь просто голые стены. Это все должно отправиться тупо на свалку. А мы заработаем на этом мусоре. Что-то мне подсказывает, дружище, что неплохо заработаем. Шкатулочка. Бижутерии. Я извиняюсь, я вчера напоролся на такой момент. Какой момент? На момент стропонит был. Чего? С того самого. Ну, пластмассового. Ну, бывает. Ну, а что? Это ж... Так он в смазке до сих пор. Фу. Вот именно что. Фу. Я могу тут снимать часами. Это контент квартиры. Как жалко, что это все надо срочно вывести на свалку, друзья мои. Бижутерии, вот тут просто килограмма два лежит. Это только тут. А тут? Давай, я пройду. Она однушка? Да. Она однушка. Прикинь, это санузел, и он просто заложен барахлом. Сейчас я лезу. Картины. А, это коробочка. А это что? Это конфеты были. Кстати, там набор шоколадных. А это что? Я бы туда не добрался. Платы от пультов, ящик. Ладно, придется топтать. А-а-а. Что-то хрустит под моими ногами. Пипец. Дома будет многочасовой обзор, наверное. А может и нет. Не знаю, как получится. О, братан. Я только сюда зашел, я сразу... Тумбочка с бижутерией. Да тут пол с бижутерией. Да. Трындец. А ты уже вывозил такие хаты? А. Я первый раз просто. Смотри. Сейчас, подожди там. Я сразу откладывал, не знаю, понравится тебе. Пряжка от ремней. Ну, прикольно. Такие вещички. Вон шкатулочка, смотри. Резная, да. А. Обалдеть. Я перчаточки заехал с утра, специально купил. Сколько лет это все накапливалось. Это будет теперь продаваться еще годами. Да. Ну да, антуражно. Вообще просто антуражно. Это, так сказать, смотри. Какой минерал. Прикол, да? Ну, вот там, кстати, набор ножей лежит, в нем я вот только маленький от него нашел. Сила гранита, который. Ё-моё.
Антуражно. Слушай, сюда можно ездить за контентом немыслимое количество раз. Да, вот заработайся на iPhone. Тоже буду снимать тебе видео. Смотри, блядь, батареек херово. Тысячи. Во, просто я не понимаю, что для чего они ему. Тысячи вот, новые батарейки. Новые, да. Все, во, в коробочку. Смотри, куда глобус прикрепили. Ну, это да. Уже место закончилось, я так понимаю. Я еще до этих коробок не добрался. Закончилось просто место. Слушай, ну так а подо мной же метр барахла, как минимум. Метр. Это я стою. Это я просто стою. Ну, смотри. А где? Сушилка для ног. А где человек спал? Вот, блядь, где-то там и спал. Да это невозможно. Смотри, во. Точилки, ну. Фотиков, смотри, блядь. Смотри, какая люстра. Да. Она смотри, всем увешана. Смотри, фотиков таких, блядь. Она всем раз, увешана. Раз, два, три, четыре штуки, блядь. Ты это... Да тут вообще хардкорщина, ты что, во. Плюшкин хата. Смотри, что под ногами валяется, никто не замечает. Во. А что это, покажи. Да у меня там хрустит все под ногами, жалко, конечно. Знает, что... Это подсвечничек такой современный. Да, вот, смотри, что так, дай поснимать. Ну. Давай, я чуть-чуть засниму, и мы начнем работать, потому что, ну, что, ну, уже, давай, давай, что уже возьмем, то я лучше дома будет время в спокойном ритме разложу, потому что пока я нахожусь в каком-то дебильном шоке, по-другому я не назову это. Конечно, разбор бы весь поснимать, но я же говорю, на это уйдет просто время. Ну, это в таймлапсе надо снимать. У меня столько нету времени. Сколько-то только таймлапса будет. Таймлапса. А, на ускорялке? День. Братан. Вазочка. Вазочка. А, я вот тебя и отложил, нашел, пока не разбил. Да. Красиво. Ой, мне кажется, я еще уеду, ты тут еще найдешь просто несколько машин. Барахла, я лезу. Какой-то комодик загруженный. Так ты пос... Я охуел, тут на кухне бижутерии хуево гора. Сейчас зайду. Не ругайся. Просто везде. Или это для связки слов? Ё-моё. Ё-моё. Я все про эту цензуру забываю. Какую? Ругательную. А-а-а. Ты идешь, думаешь, ну что, чтобы не хрустнуло. Так жалко на самом деле, но по-другому уже не пройдешь, просто невозможно. Вот шкатулок я вижу просто 5 штук. Прям под ногами. Так это я их ловила. Я лезу, это кухня. Я тебе говорю, я вчера тут 4 часа пролазил, и я даже третьего одной комнаты. Слушай, я просто не понимаю, кто даже берется купить такую квартиру. Ладно, кто продать. Говорит, это хардкорщина. Это хуже. Вон, смотри, весь подоконник движухой завалил. Да, это кухня, понимаешь? Ты понимаешь, это кухня. Так, это кухня. Вот. Спасибо за свет. Самовар. О, пожалуйста, шкатулочка. Покажи. Открываем, и что мы сразу видим? Бижутерия, да. Ну, а у нее походу, интересно, тут мужчины не было. Найти она... мельхиоровый подстаканник в коллекции. Я думаю, что, наверное, здесь можно найти. Смотри, это случаем не второй? Нет, не он. Вот, мельхиоровый. Ха-ха, я же говорил. Вот где можно его найти. МНЦ. Коллекцию. Ё-моё, круто. Так, я думаю, что мы здесь не один подстаканник. Да? Круто. Это вот просто вот он здесь стоял. А, так вон вилок ложек сколько мельхиоровых. Ну, ой, здравствуй, смотри, какой красивенький. Покажи. А? На видос. Да, с цветочками прикольно. Ну. Я же коллекционирую мельхиоровые, понял? То есть для меня это вообще класс. Ну, все. Эта вещь относительно недорогая, но просто вот, наконец-то это приятно найти именно. А мне кажется, вон я еще... Нет, это маленький алюминиевый. Ё-моё. Да. Одуреть можно. Вот стоянка, смотри. Что? Чего это у нас? Еще один. Это такой же. Круто. Что
что, надо такая вазочка? Да люб все вазочки. Надо. Да все надо. Ну, будем выбирать все, ну на свалку ты что, это ж. Тут надо зарабатывать, просто зарабатывать. Как ты стал на iPhone? На iPhone. Типа, хэштег зарабатываем на iPhone. Да, мужик, я такого не видал. Никогда. Просто никогда. Не заезжал ты еще на одну, там где 1200 макулатуры только слушки. Братан, я просто, я стою в ахере, в таком ахере. Да. Ютуб этого не видел, тоже никогда. Таких квартир, ну это вот плита, ну что тут делать? Что, ну нормальная плиточка. Да. Ё-моё. Плиту так и взял себе плиточку. Трешак вообще хардкор. Базочки. Вот. У нее тут все. Все забито хламом. Вот. Все, как этот человек здесь жил. Я уже стою и начинаю просто. Я стою на кухне, ребята, по колено в чем-то. Вот тут шкатулки с бижутерией, все, меня начинают. Меня начинают крыть эмоции. Меня просто начинают крыть эмоции. Я тебе отвечаю, все, края. Надо вырубать видос и грузить, потому что я сейчас даже сам начну, наверное, материться. Я уже нет-нет мотивации. Два подстаканника. Это я кайфанул. Вот я не зря сюда приехал. Все, вот это просто в коллекцию. Этот пушка. Мне кажется, я тебе еще пару мельхов. Я думаю, что мы тут найдем еще 100%. И не один. Блин, это факт. Что? Здравствуй. Ой, нет, даже не буду снимать. Даже не показывай. Да ты что вообще? А я думаю, где-то видео проскочило, придется затушить. Но это уже плохо. Ну ладно, блин, все, давай выбираться, что стоим, да, работать давай. Все, ребята, мы работаем, все, что мне удастся отсюда нагрузить, а нагрузить мне все не удастся, реально, все просто в тачку. Если что, завтра вечером в гости приглашу. Да, без проблем вообще, ну, то есть на изи, надо. Как раз у нас немножко пару проходов очищу. Дружище, надо все выбирать, короче, я стою на кухне по колено в чем-то, просто вы же все видите, вот так шкатулка, слон. Вот, пошла, все просто, вот подоконник пошел. Короче, ребята, загрузились, вот так выглядит мой багажник. Это просто бижутерий ящик, но он большой. Мельхиор, вилки, ложки, подстаканники, бижутерия. Бижутерия везде на самом деле, смотрите, ее огромное количество. Ящиками, я потом просто поставлю стол, разложу и все вам покажу. Пока что это вот так. Ну что, друзья мои, специально по этому случаю я поставил свою палатку зимнюю, потому что в дом я это барахло не волоку. Вот. Поставил вот такой стол, он метр на метр. Вот смотрите, сколько барахла. А что вы думаете? Да, это только половина. Давайте немножко приблизимся к этим вещам. Это просто коробочка с часами. Тут есть и аушки, и лучи, и ау, и не ау, короче, часов. Вот просто я буду скоренько, потому что если я все буду вам раскладывать и по единичке показывать, то видео вы будете смотреть примерно месяц. Старенькие часы, ау. Вот. Огромное. Я столько бижутерии никогда в жизни не видел. Просто никогда. Ну, есть бижутерия, есть не только. Сразу так и скажем, потому что вот эти вот броши, павлины, их три. Ой, не броши, это заколки, павлины. Три вот такие вот павлинчика. Все целенькое. Классно, мне понравились бусики, где они здесь. Это вот янтарь. Так, а где-то такие бусы лежали? Не вижу. Что? Бусы эти. Как? Ну, тут что-то. Ты его сам закопал. А, во, смотрите. Не каждый день такие бусы найдешь. Жена пришла помогать, хоть немножко перебрать, потому что это можно перебирать год. Хотя бы на бусы, сережки. Хотя бы бусы, кольца. Сережки, браслеты, кольца, да, хотя бы так. Но вещей просто классно. Собака из стекла. Просто, я такого никогда не видел. Класс. Шкатулочек разных просто. Подсвечничек. Я сразу думал латунь, потом посмотрел мельхиор. Короче, вот такие вот предметы. Подстаканнички станут нам в коллекцию. Часов. А, вот у меня классные часы. Подвиньте. Ну, пройди туда. Не, пройди просто. Так. Электроника. Вот это мне понравилось. Очень-очень. Показывай.
Это, ребята, Ориент. И он оригинальный. Как-то так. Напишите, кто знает, сколько стоит. Хотя я сам буду гуглить. Ну, что делать? Посмотрите, какие тут брошки. Какой паук. Не, не попадает. Попали, я видела. Два плеера. Вазочки, колокольчик будет. Это, кстати, какой-то фарфор. Вообще, да, вазочка, нож советский. Ну и теперь я бы хотел все это убрать и показать вам. Ну тут, тут килограмм, не знаю, больше 10. О, на часы, кстати, тоже надо сортировать. О, Casio. Смотри. Casio. Вопрос оригинальности. Даже не стоит. Все с номерами, вон все есть. И гравировки, не наклейки. Вопрос оригинальности даже не стоит. Выписано мое значение. Да ладно. Вон в самом низу. Быстро Витек образует, что правый, что ли? Да. Ай, ну и ладно. Я уже надеялся на Casio. Не, ну Ориент точно оригинальный. Да? Чего они такие затертые? Ну, ну может, носили смотри. Долго. Видишь? Ну да, обдертые немножко. Так, если это все переберу и выложу новую партию, но это будет через неделю, вы не дождетесь этого видоса. Поэтому я хотя бы кратенько так вам подсниму, что у нас тут осталось. И это я там взял просто, скажем так, сверху, что можно было сгребсти. Мельхиор, вилки, ложки. И такие красивые стаканы, их очень много. Вазы, пепельницы разные. Вот такие вот очень тяжелые, красивые. Что бы еще хотел показать из мега красивого. Старая такая бутылочка. Вазочка. Да, конечно. Опа-на, какая красоточка, да? Просто. Люблю такие вазы, правда. Честно. Мне нравится, что у нас там осталось. Ой, да там, ребята, осталось. Огромное количество разных всяких старинных штук. Не знаю. Такие предметы, конечно. Я даже брал чеснокодавки. А вот какая вазочка розовая, красивая. Ладно. Ну, тут бижутерии килограмм, наверное, под, ну, 7, может, больше. И, скорее всего, что не все, здесь все-таки бижутерия. Будем перебирать, выбирать. О, сколько часов. Лучики. И если бы не я, и не наше хорошее знакомство, все бы эти предметы уже бы сегодня гнили на свалке. Просто гнили на свалке. А так, Виктор. Это статуэточка. Ага. А вот эти куколки, между прочим, о, это одноногая, однорукая, фарфоровые. Ну, их две, они поломанные, но я все равно брал. Такая пепельница, Китай. Да. Мыслимо и немыслимо. Ну, как-то так. Как-то так, и в субботу часть этого товара явно уже будет на рынке, на барахолке Ждановича, так что всех вас жду. Обязательно приходите, помогайте распутать бусики. С вами был Витек Мусорщик, это были деньги из мусора. Не знаю, что добавить, добавить нечего. Теперь нас ждет долгий, кропотливый труд по распутыванию всего этого барахла. Но очень-очень много мне прикололо натуральных камней, конечно, настоящих, вот холодненьких. Все, о, класс, смотри. Оп. Я тоже какие-то вот нашла. Покажи. Это прям такие камни. Тоже да, тоже такие же. Круто. Друзья, в комментарии, кто что видел, кто что знает, какие-нибудь цены, консультации, всему буду рад. Все прогуглить невозможно, я повторюсь. И буду рад, если вы мне что-нибудь увиденное подскажете, можете время видео говорить.
Ножик Минск. А я еще туда вернусь. Реально, нет? Очень долго. Придется постараться. Ставим лайки, подписываемся. Всем пока.